Я устроился в магазин «Светофор». Именно поэтому я очень долго не снимал видео. И те, кто не знает, переходите по ссылочке в мой телеграм-канал. Там весь трэш «Светофора». Весь трэш. Неадекватные покупатели, как я работаю за кассой. Антисанитария, крысы, которые бегают. Ну, как бы они не то, что бегают, их уже потравили. Короче, весь трэш только у меня в телеграм-канале. Обязательно переходи по ссылочке в описании. Короче, в принципе, работа с светофором мне нравится. Сегодня будем кушать картошку с мясом. Посмотрела меня на всю очередь. А еще я похудела на 6 килограммов. И ем это перчик.
часы. Пришла девушка с молодым человеком. Снимаю в телеграм-канале, если ты подпишешься, листаешь вверх.